эксперимент. Будет ли дрон нормально хотя бы снимать или летать в такой снегопад? Попробуй против ветра. И против ветра. Куда ты его уносит? Нет, ты его против ветра, то сзади меня надо тогда. Сереж, ты по сторонам не забывай смотреть. Где он? Вижу. Сейчас его, наверное, не видно уже. Вот, не забудьте. Давай, вообще, Где он? Тихо, тихо, подожди. Ты это, далеко. Ты не туда пошел. От него ямка будет. Мы уже знаем, как искать дрон в снегу. Ну давай, вставай. Ну и что, ведь будешь лежать, что ли? Мы уже профессионалы. Искать дрон в снегу.
Ну давай, поднимай его. Отпускай, когда падает, отпускай всегда. Чего? Че села? Не понял. Да, замерзли. Не, его в сером мне плохо видно. Нет, его давай вот сюда, если падать будет хоть это, чтоб опять по сугробам не бегать. Или такое ощущение, на нас муха какая-то напала, да?